Точнее, я играю симулятор русской деревни. Так, мы заполнились в маленькие. Капуста зачем-то мне нужна. Может, чтобы людей бить. Сейчас попробуем на людях. Лучше их не убивать, потому что они добрые. Но вот это вообще бесполезный мужик. Почему он на гитаре играет? Сейчас мы это исправим. Берем биту и начинаем его колотить. Слышь, Павел Викторович, получай. На, нечего играть-то. Так, залезаем в тачку и поедем в соседнюю деревню. Так, едем мы на тачке. Так, я поверну вот сюда. Ой-ой, чуть не врезался. Может быть, вот так вот камеры сделать? О, нормально. Пойдет. Самое главное, быть внимательным на дороге, да и все. О, соседняя деревня виднеется. Ой, чуть не въехал. Так, коровки. Мужик, это полегче чуть-чуть. Я тебя чуть не сбил. Это Варламовка. Посмотрим, что здесь Варламовки. Так, свинья, почта. Люди, я вас могу сбить. Я пока пошел тачку разворачивать. Если я вас бил, я не виноват, потому что здесь узкая дорога. Здесь кладбище. Ой, блин, да, уже сбил. Но я не виноват. А нечего было тут ходить. Дорога-то узкая. Выходим из тачки. Я пока починю электричество. Да, починить электросеть. Лестница. Ну что ж, будем делать. Пока вот я ремонтирую, могу вам сказать, подпишитесь на канал. 10 подписчиков, 53 видео, скоро уже будет 54. Так, ну все, плюс 20 опыт. Что это за фигня? Реклама? Зачем мне эта реклама? Пока будем ждать, получается. Так, пропускаем рекламу. Она мне не нужна. Мне нужна моя игра. И я поснять ролик. Ой, ну все. Может быть, в этот дом зайдем? Так, дверь открываем. Оп. Это не мой дом, это просто в этой деревне дом. О! О, как хорошо тут. Так, лучше выйти. Оп. Хотя не надо дверь закрывать. Бандосы пришли. Так, погнали смотреть, что у нас там дальше. Коровы, блин. Здесь некоторые коровы бодают, если их побить. Бабка, аккуратней, могу сбить. Поэтому люди, молодые люди, я здесь на машине. О, где-то музыка. А, в этом доме. Да, в этом доме тусятся люди. Так, заходим сюда. Провести дискотеку. О, да. О, да, крутой танец. Да. Да, уж дискотека века. О, теперь не надо прибить людей. Хотя зачем их бить? Хотя можно, потому что они уже здесь всю деревню, блин, бедную замучили со своей музыкой. Сейчас мы их проучим капустой. Потому что капустой можно убивать людей. Так, ну это что, я добрый человек, я хороший, как чем вы подумали. Как бы я нормальный, поэтому не пишите комментарии, что я там плохой. Бе-бе-бе, все такое. Это я для умников в комментариях. О, Петя, получай. Да, поспи, я ему успокоительное дал. Сейчас всем успокоительное дам. Давай, Юля, Гудунова из клада 4 спи. Аня, иди. Аня, Покров. О, еще кого-то сбил. Че танцуешь? На, спи.
успокоительно сейчас и вот этому мужику дам. Сан Саныч, ты что в фиксиках не снимаешься? Ты же в фиксиках снимался. Уже давно с тобой серых нет. Симба. Симба в доме. Так, ладно, лучше выходить. Капусту мы не знаю куда бросаем. И поедем в какую-то другую деревню. Но точно не в мою. Разворачиваемся. Едем. А то могу я людей сбить. Потому что здесь... Так, Петя. Петя, аккуратно, я тебя могу сбить. Спасибо. Если я сбил, то ваша вина. Надо отходить. Дорога здесь машина разъезжается. Эти люди, я не виноват. Проезжаю по мосту. Тормозим. Я пока не товарим. Стараюсь быть внимательным. Кто знает, кто у нас. Стукачей врезаться. Два с половиной есть стукачей. Так, сюда. Сколько тут камней, сколько тут всего. Поезжаем в соседнюю деревню. Едем в ней. Так, здесь мы заварим обязательно. Едем в ней. В соседнее село. Так, стукачей. Ничего себе! Что здесь происходит? Ой, блин, машина у меня уезжает куда-то. Здорово, прости! Не выпускай тут всех коров. Так-с. Я сюда поеду. Здесь тоже тусовка у вас. Сейчас я вам покажу тусовку. Так, где эта капуста? Так, вот капуста. Сейчас я их прибью. Уже тоже бедная деревня на ушах. На! Сан Саныч. Давно фиксиков не снимался. Нее! Чё, Юля? Сюда переместилась? На тебе, Таня. А ты чё, Гриша? Чё, минус Гриша? О, Джавид! Сан Саныч, это Джавид. Бабка! Прокрос меня! Получай! О, Буревеч! Буревеч! Ну всё! Все сдохли! Ну, с вами был Владос. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока!